Любители езды на двухколесном транспорте официально открыли сезон. Сотни байкеров со всего Подмосковья приняли участие в праздничном заезде. Старт и финиш колонны состоялся в городском округе Люберцы. Все подробности знает Луиза Егезарян. То, что участники мотопробега ждали этого дня и тщательно готовились к нему, видно невооруженным глазом. Открытие сезона для каждого байкера – это настоящий праздник, ведь впереди почти полгода езды на любимом транспорте. Я летом стараюсь вообще на машине не ездить, потому что лето нам дано только вот для мотоциклов. Поэтому чем больше мы будем на них ездить летом, тем больше потом зимой мы будем вспоминать этих моментов. Всем байкерам хотел пожелать хорошей погоды, ровного асфальта и добрых попутчиков. Старт заезда у КДЦ «Союз» в Малаховке. Эта локация стала местом притяжения более 200 байкеров из Москвы, Люберцы и соседних округов. С начала мотосезона их поздравили представители госавтоинспекции и организаторы праздника. Это мероприятие проводим уже много лет. И в начале каждого сезона мы делаем это открытие. Оно примерно в первых числах у нас, либо в конце апреля, либо в начале мая. Сезон в среднем длится до конца сентября, до начала октября. То есть практически 6-7 месяцев сезон длится. Также после этого мы проводим, стараемся проводить закрытие по мере возможности. А для каждого байкера открытие сезона – это определенная отмашка? Сезон открыли месяц назад, уже все начали катать. А именно сам праздник вот решили сделать сегодня. И как мы это делаем уже 15 или 14 лет наш клуб это проводит. Я думаю, все получится, настроение будет у всех прекрасное. Ровно в 16:00 колонна направилась в сторону Жуковского. Продолжился маршрут массового заезда в городском округе Раменское. Затем по Егорьевскому шоссе обратно в городской округ Люберцы на прибрежную зону Кореневского карьера. В общей сложности сотни байкеров преодолели около 80 километров. А на финальной точке их ждал грандиозный фестиваль с концертом, конкурсами и показательными выступлениями. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал «ЛРТ».